А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 432-й день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Как мы наблюдаем, российские военные преступники никак не могут успокоиться. И этой ночью российские враги провели очередную массированную атаку крылатыми ракетами на Украину. Также были задействованы и дроны-шахеды. Данная атака уже вторая за последние три дня. Тогда, 28 апреля, россияне выпустили по Украине 23 ракеты и 2 дрона. 21 ракету тогда наши защитники уничтожили. И вот прошло всего-навсего 3 дня и новая атака. Сегодня ночью, 1 мая, по предварительным заявлениям Генштаба Украины, по Украине было выпущено 18 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Обстрел ракетами был произведен из самолетов дальней стратегической авиации. В столице тревога продолжалась более 3 часов. В некоторых регионах тревога продолжалась около 5 часов. Российские военные преступники, как мы видим, атаковали комплексно крылатыми ракетами и шахедами. По сообщениям мэра Павлограда, прилеты были зафиксированы именно в этом городе, а также в Павлоградском районе. По сообщениям Генштаба ВСУ, самое большое количество ракет было выпущено по Киеву и Киевской области. Все они были сбиты эшелонированной системой ПВО, которая за последние месяцы в столице и ее окрестностях усилилась в несколько раз, благодаря новым поступлениям современной техники от наших партнеров. И теперь в очередной раз мы убедились, что россияне – это нация убийц, нация насильников, маньяков и военных преступников. Ну а победа будет за нами. Украина понад усе. Аминь. Ура!